Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy w Kaliningradzie. Wasz fotoreporter przyjechał dzisiaj na defiladę. Właśnie defilada się odbyła, a jestem tutaj pod pomnikiem. Także tutaj mamy pomnik. Здравствуйте, товарищи, Polish Television. Co, jaki to ten pomnik? Co to takoj? Co pamiętnik? No ten, to to nazywa się? Верховному совету, президент. Это по мне. Указом это сделано. Эта женщина, это кто? Родина мать. Родина мать. Да. Ага, понимаю. И что она значит тут и стоит? Родина Почему? Мать. Почему она стоит? Родина мать. Олицетворили люди в этой женщине родину мать. Да. Но тут свет ей добавит. И почему то она стоит тут аккуратно тем? Ну потому что здесь площадь вот в самом центре города, поэтому. Здесь. Ага. Это ваша такая родина мать в центре да. города. Да. Да. А тут ребенка все слезгают. А. Дети все слезгают, мая съезжальне. Ну, вы слезгали на własных споднях, себе ездом. Так то есть. Идем дальше. No, rodzina mać, jesteśmy tutaj u wszystkich. Tutaj. Здравствуйте, товарищи, Polish Television. Wy żyjecie w Kaliningradu? Tak. A dzisiaj była defilada. Jak wam podobała się defilada? Bardzo podobała się. Dobrze? Mnogo było tanków? Mnogo. I tak, takie ogromne je. I dużo hałas. Да. Да, громко. А что это такое тут, эта женщина, что это такое? Памятник Родины Матери. Памятник. И что она памятник, почему она тут стоит? Почему она стоит? Она тут стоит, для чего? Чтоб стояла она в центре города. В центре города, ага. И то есть такой ваш патрон, это для вас. А ты учишься, студент? Да. Что такое, какой профессион? Повар. Как? Повар. Повар. А ты? Тоже. Тоже. Вы так разом, о. Понимаешь. Но всего доброго с праздником. Идем далее. Идем далее. Тут мы имеем фонтанне, около родины мать. Прошу bardzo. Здравствуйте, товарищи. Polish Television. Что вы тут делаете? Гуляем. Гуляет? Все, конечно. А тебе как зовут? Левшенька. А сколько тебе лет? 12. А ты? 9. Это ваша родина? А да. Там это... Вы здесь родились. Это родина мать? Да. И все что она верно. Тут, эта родина мать? Почему она тут стоит? Почему? Мам, почему тут стоит? Почему родина мать поставили и стоит? Не знаю, никак-то никто не знает. Да? Здравствуйте, а ты отец? Нет. А нет? Знакомый. А, ну до фонтана сейчас сказаю. Утекать от воды. Не надо. Ну так что есть. Здравствуйте. Polish Television. Что тут делаете сегодня у вас? Парад Победы отмечаем. Победа? Да. Это свето. Да. Ну и там много людей было? На параде? Да. Весь Калининград. Ага. А танков много? Много, все, которые есть. А ты как называется? Илья. Как зовут? Это ты тоже жоунер? Его отец освобождал Кенигсберг. Ага. Был штурмом. Его отец, так? Который сейчас? Какой город? Год. Кёнигсберг. Але год, год какой? 45. 45. Штурм Кёнигсберга, медаль, дед. И медаль, и сейчас носишь по ним орден, медаль. Да. Ну, а сколько тебе билет? 8. 8, хорошо. Удачи вам. Всего доброго, с праздником. Ну, так то выглядит. Ну, тут уже парада была. Тут еще все фотографуют. Здравствуйте, товарищ. Что ты тут делаешь с праздником? Всего доброго. Да? Ага. Здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником вас. С праздником, всего доброго. Я Красный Корсар из Польши, из Гданьска, Польская телевидение. Что сегодня, дичей, тут делает у вас? У нас сегодня праздник Победы. Победы? Да. И все, все делают. Отдыхают? Отдыхают, празднуют Победу. Спасибо большое ветеранам нашим. Ветеранам? Складачи жичення, квяты даете. Разумеем. Под помниками тоже. Да. Но всего доброго. Всего доброго. Пока. Поздравляю. Вас тоже. Прийду к Гданьску. Маш, держи. Спасибо. А как тебя зовут? Евгения. Евгения, а ты студент? Нет. Работаешь? Да. Какой профессию? Я продавец. Продавец. А ты? Таня. Это твоя сестра? Дочка. Дочка? Дочка. Дочка. Хорошо. Ну, всего доброго вам. Отдыхает. No, widać tutaj, co niektórzy siedzą, stoją z... Policjant nie chciał ze mną gadać, bo policjanci też nie mogą, tak jak w Polsce, mają rzeczników prasowych. Ale tutaj stoi gościu z flagą. Ej, dzierżyj! O! O, хороший człowiek! Ruski człowiek! Здравствуйте! Polish telewizyjnie, co wy tu делаете сегодня? Polska? Polska. Co wy tu działacie? Na parad chodzili. Parada? A mnogo tanków było? Сегодня na paradu? My nie uspieli na tanku. Uspieli? Przyszli, już się zakończyło. No ja też przyjechał autobusem, to już nie było. Pokończyło. Jo. Ujechali się wszystko. A to szybko, ja w tam w drugi godu był, to mnogo było paradu. No wszystkiego dobrego z praznikiem. Dziękuję. Tu jest ochrona, ochrona jest tu, a tu ludzie sobie siedzą, odpoczywają. No i tak rodzina Macz, a tam widzimy cerkiew. Jest cerkiew, bo to jest daleko, ale zaraz próbujemy cerkiew przybliżyć. O, widać tam się wyłania cerkiew. No i tak to wygląda dzisiaj. Jesteśmy w Kaliningradzie i pozdrawiamy z praznikiem Rosję. Rodzina Macz to... Такой памятник.